Всем привет! Сегодня хочу показать немного покупок, которые я сделала в сентябре. Итак, начну с осенней палетки от Chanel. Это лимитка, насколько я знаю, этой осени, номер 33, прелюдия. Традиционно все то же самое. Коробочка, футляр бархатный. Такая же упаковка, вот такой оттенок, вот такой, вернее, номер. И это тени в такой натуральной гамме. Натуральная, не серая, а именно тауповые оттенки. Очень мне понравилась эта палетка, хотя серых, бежевых, каких-то там оттенков у меня много, но вот именно такое сочетание мне показалось, что будет очень удобным для использования каждый день. Потому что все цвета здесь такие нейтральные и подойдут для дневного, для офисного макияжа. Вот вы можете увидеть, текстура очень хорошая у этих теней Chanel. Наверное, многие знают, что некоторые тени Chanel, которые выпускаются с крупными блесками, они зачастую немного сыпятся. Вот эта текстура этих, вернее, теней очень хорошая, мягкая, мягко набирается, хорошо держится, отлично ложатся. Итак, давайте немножко покажу вам сводчи. Такой оттенок. Оттенок на камере может казаться немного сероватым, но он тауповый. Такой вот серо-коричневый, очень красиво смотрится. Далее, это светлый оттенок. Такой он с перламутром. Это как идет под бровь уголок, как хайлайтер. Третий оттенок. Тоже, можно сказать, тауповый, но чуть посветлее. И последний темный оттенок. Вот такой. Замечательное просто сочетание. Я думаю, и для голубых, для серых, и для карих глаз. Просто палетка, конечно... Может быть, она не яркая, не вызывает каких-то восторгов, но очень-очень удобная, очень практичная, так скажем. Очень хороша она в использовании на каждый день. И поэтому я все-таки думала, ходила кругами вокруг нее, решила взять и сделаю макияж с этой палеткой. Покажу вам, как она смотрится. Так, это была палетка 33 от Chanel. Следующее, что я приобрела, это тоже тени. Это тени Ателье. Взяла две палетки. Одна палетка вот такая, в розовой гамме. Палетка под номером Т13. Это палетка для таких молодежных свадебных макияжей. Для смелых макияжей. Но в принципе, розовые оттенки подходят многим оттенкам глаз, многим девушкам. И я думаю, что не только для свадебных и молодежных макияжей можно использовать эту палетку. Очень она мне понравилась, просто замечательно. Так, попробую сделать свотчи. Такой светлый, но он, может быть, здесь на пальце кажется белым. На самом деле он белый с розовым отливом. Для хайлайтера вообще супер. Далее идет розовый оттенок. Такой светлый розовый матовый. Так, не вижу. Чуть-чуть есть блесточек. Далее насыщенный розовый. Такой. Розово-бордовый. И темный самый. Это вот такой оттенок. Вот можете посмотреть свотчи этой палетки. Замечательная просто палетка. Может быть, потому что я люблю розовые оттенки, но я видела, как она смотрится на глазах, в различных макияжах, и в свадебных, и в вечерних. Просто бомба. Так, следующая палетка. Это палетка Т22. Палетка матовых оттенков. Такая, это тоже палетка Ателье. Палетка, кто не знает, вернее, тени Ателье, кто не знает, замечательные по качеству, по текстуре. Очень стойкие, очень-очень пигментированные. Поэтому иногда вызывает сложность в
в работе, но просто нужно наловчиться с ними, ими пользоваться, ими работать, потому что они очень-очень пигментированы, их нужно набирать совсем чуть-чуть. Это такое лирическое отступление. И кто не знает, что такое фирма Makeup Atelier, это профессиональная фирма, косметическая фирма, французская, которой очень-очень часто пользуются многие визажисты, и которую очень любят многие визажисты, и в принципе пользуются сейчас и обычные, так скажем, люди, которые просто для себя. Но в основном Makeup Atelier популярна своими тенями. Так, и вот так выглядит эта палетка. Сейчас я вам оттенок. Эта палетка вся матовая полностью. Вот. Так, светлый оттенок вот такой. Это первый. Такой он не белый, он такой, наверное, сливочный скорее. Второй оттенок. Так, далее третий. Такой вот коричневатый, натуральный. Четвертый темный коричневый. И пятый. Он такой, наверное, черно-серый. Вот такой можете увидеть. Как в MAC, наверное, Typographic или Нейру, вот такие оттенки. В общем, поближе вот так выглядит. И вот так выглядит палетка. Очень мне нравится она, также использовать ее на каждый день. И в смоке, в вечерних макияже, и брови ей удобно подчеркивать. И, в принципе, вот этим оттенком делать какие-то натуральные макияжи, даже можно коррекцию делать. В общем, очень универсальная палетка. Думаю, для профессионала она необходима. И обычным пользователям тоже на каждый день удобно ей пользоваться, потому что масса вариантов с этой палеткой можно сделать. Так, следующее, что я приобрела, это от Makeup Forever 2 блеска. Так они выглядят. Вот так выглядит в коробочках. Так, оттенки S2 и S22. Один натуральный оттенок, а другой розовый. Так, вот так выглядит. Это вот этот оттенок S2. Это натуральный бежевый оттенок и с вкраплениями такими золотистого шиммера, очень-очень мелкие, но они, в принципе, чуть-чуть заметны на губах. В принципе, вот сейчас у меня этот блеск, если еще видно на камере, он очень такой легкий оттенок, нюдовый, бежевый дает этот блеск, а в принципе, цвета мало, больше блеска в этих блесках Makeup Forever. Так, и розовый оттенок, тоже самая текстура одинаковая, это S22. Вот такой. Тоже он розовый, еле уловимый оттенок дает, и маленький-маленький такой шиммер золотистый. Хочу сказать, что у этих блески называются Love Shine. Вот Love Shine. Что этой коллекции блесков существует три подвида. Это S-серия, то есть Star Collection, Diamond Collection и Metal Collection. Вот и именно самая ходовая это Star Collection. Это такая полупрозрачная серия, полупрозрачный блеск с маленькими-маленькими вкраплениями шиммера. По типу, как у Makeup Forever, есть Star пудры. Далее следующая серия идет уже с крупным шиммером, с крупными блесками. Это Diamond Collection. Также полупрозрачный блеск, но блески крупные и такие яркие. То есть их как бы больше видно. И третья серия это металлический блеск, Metal Collection. Дает такое плотное покрытие с явным металлическим блеском. Есть, кстати, в этой серии Metal Collection черный оттенок, серебристый оттенок, что редко встретишь у производителей, даже у профессиональных
коллекции профессиональных фирм мало таких насыщенных черных оттенков для использования на губах. В принципе, эти мне блески очень понравились. Очень понравился запах, ненавязчивый, такой легкий. Сейчас скажу, чем пахнет. Такой, даже не знаю, приятный, очень приятный, клубничкой, что ли. Но не искусственный, не такой бьющий сильно в нос. Такой легкий-легкий, очень приятный запах, мне нравится. Замечательный. Нравится, как лежат на губах эти блески. Нравится, что они не липкие, но они не супер стойкие, они, можно сказать, не стойкие, как обычные блески, в принципе, ничего страшного. Мне нравится, что они, во-первых, не липкие, приятно лежат на губах, их не чувствуешь на губах, как некоторые, они не тяжелые вообще. И единственный минус, я думала, что цвета они дают чуть-чуть больше, то есть они как бы немножко по цвету более пигментированные. Ну, ничего страшного, то есть они более такие полупрозрачные все-таки идут. Так, следующее, что еще из Makeup Forever я купила? Вот такой корректор, корректор-консилер в оттенке третьем. Третий оттенок — это Light Beige. Вот так выглядит, это корректор Full Cover. Это самый пигментированный корректор, который есть у Makeup Forever, и вообще среди профессиональной косметики, и вообще среди, не знаю, косметики люксовой, не люксовой. В общем, очень-очень он пигментирован. Очень хорошо скрывает все недостатки. Он даже скрывает татуировки. Ну, конечно, не на 100%, но заметно. Он скрывает всякие постакне, прыщи. Ну, очень хорошо маскирует. И он плотный, сразу скажу. То есть его под глаза не рекомендуется использовать. Но визажисты иногда используют его не по всей поверхности под глазом, а вот на эту область, где у нас наиболее сильные синячки. То есть его можно вот здесь использовать и хорошенько растушевать. Но, опять же, под глазами его не на каждый день можно использовать, а на остальном лице, то есть на остальных частях лица, использовать можно каждый день. Мне очень понравилась его текстура, покажу вам. Понравилось то, что он в тюбике, и что бактерии не будут попадать внутрь, что очень удобно. Необходимо буквально маленькое количество его. Вот. Он хорошо распределяется, как пальцами, так и кистью. Его нужно быстро распределить, потому что он водостойкий, он быстро высыхает. И он не смазывается, никуда не девается с кожи. Вот, в принципе, из-за чего я решила его попробовать. Из-за того, что он водостойкий. И по отзывам я читала, что он действительно никуда не сползает в течение дня. Никуда не стирается. Обычно, когда мы наносим консилер-корректор, мы скрываем недостатки. Сверху наносим тональный или наоборот, сверху тонального. В течение дня корректор куда-то девается. И все наши несовершенства проявляются. И то есть корректор не держится обычно на несовершенствах. Зачастую очень многие... Сколько я перепробовала корректоров. Этот корректор просто супер. Он маскирует на ура. Поэтому рекомендую. В принципе, нужно очень тщательно подбирать оттенок. Потому что даже производитель говорит, что немножко, чуть-чуть, как бы, консилер имеет свойство немножко темнить. Поэтому вы нанесите, через 2 минуты посмотрите, он потемнеет и или не потемнеет, да, на вашей коже. И тогда. Вот самый ходовой, и тогда вы выбираете свой оттенок. Самый ходовой оттенок — это троечка. Вот такой. Есть светлее, есть розовинка, есть золотистый. В общем, много там оттенков. Ну, самый ходовой, насколько я знаю, и сколько я читала в интернете, это вот троечка. Вот такой он, Light Beige называется. Так. Еще что я приобрела? Вот такие ножнички для коррекции бровей. И щеточка для бровей. Все вместе в одном наборе от Твизерман. Твизерман я увидела эту фирму, по-моему, на YouTube у Кендис Джонс. Да, по-моему, у нее она там показывала пинцет. И я себе захотела пинцет. И когда стала выбирать пинцет, увидела ножнички эти.
И мне просто захотелось попробовать, потому что обычными ножницами мне неудобно обрезать волоски на бровях. В общем, сейчас я достану. Ножнички очень хорошие, очень острые, и они не тупятся, они самозатачивающиеся. Вот так они выглядят, такие ножнички. Очень удобно вот так обрезать. Вот из-за того, что вот здесь такой скошенный у них, скошенный такие край, такие острые они, в принципе, сами по себе. И щеточка, конечно, меня не сильно порадовала. Она такая, как бы хлипенькая. Вот здесь у основания она немножко шатается начала. Ну, в принципе, щеточка не суть важна. У меня есть другие, обычные, в принципе. И это, насколько я поняла, это итальянская фирма, производящая аксессуары, пинцеты, ножницы, различные наборы для коррекции бровей. Что еще? Ножницы для волос они производят. Но, в принципе, мне понравилось. Очень хорошее качество, сталь у этих ножниц. И планирую себе еще заказать пару пинцетов. Посмотреть эту фирму в интернете. Называется Твизерман. И ознакомиться. Так, и еще я купила на смену моему закончившемуся тонику от Dior. Тоник, опять же, от Estée Lauder для чувствительной сухой кожи. Розовый. У них еще есть голубой. Розовый тоник у меня уже был, мне он очень нравится, он гелеобразный. Я уже не раз говорила, что люблю гелеобразные тоники, очень хорошо увлажняют, замечательно. И он не ложится пленкой, он не тяжелит лицо. Если вам нужно увлажнение именно от тоника, да, больше увлажнения, чем больше, нежели очищение, если у нас сухая, обезвоженная или чувствительная кожа, то я вам рекомендую присмотреться к этим тоникам. Так, и что мне дали еще в подарок к этому тонику? Вот такой крем от Estée Lauder. Это Time Zone. Да, Time Zone. Крем с SPF 15. То есть это дневной крем больше получается. Он для профилактики преждевременного старения, морщинок, каких-то тонких линий. Ну, несмотря на что он идет как крем от морщин, да, как профилактика морщин, он очень легкий, вообще не ощущается на коже. Очень мне, кстати, понравился. Выглядит он вот так. Запах приятный. Запах очень такой вообще натуральный, нормальный, натуральный, нормальный запах, без каких-то специфических отдушек. На лице очень он приятно лежит и очень хорошо он впитывается, то есть быстро можно наносить макияж. Что мне порадовало, я, скорее всего, когда закончу вот этот пробничек, я возьму себе большой вариант. И именно мне девушка, я просто консультировалась, когда выбирала тоник, да, консультировалась по поводу кремов Estée Lauder и просила для обезвоженной кожи, потому что у меня местами обезвоживается после лета кожи. Она мне посоветовала вот этот крем попробовать и очень понравился. Плюс еще мне дали вот такой пробник вот такой сыворотки. Еще его не пробовала. Так, это у них новинка. Так выглядит. Это сыворотка иллюминатор, выравнивающий тон кожи. Сыворотку от Idealis, то есть теперь у Idealis две сыворотки. Это сыворотка, которая скрывает поры, и вот эта, которая выравнивает тон кожи. То есть значительно сокращает видимость пигментных возрастных пятен, покраснение следов от акне, уменьшает красноту, кожа выглядит светящейся, сияющей, и как бы тон кожи становится более ровным. Ну, не знаю, насколько это правда, попробую и в одном из видео отчитаюсь. Что же это за сыворотка? Ну, конечно, консультант мне ее расписала как супер-мега вещь. Вот так, посмотрите, она выглядит. Похожа на Idealis, такая же точно зелененькая, только маленькими буквами название другое. Так, ну все, это все мои покупки в сентябре. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вы
что-то для себя важное почерпнули. Надеюсь, вы также смотрите мои видео, как раньше, несмотря на то, что я их снимаю несколько реже. И если вы еще не подписались, пожалуйста, подписывайтесь. Всех люблю, целую. Пока-пока.